Всем привет, меня зовут Хэлла, и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хочу поделиться не своим небольшим горем. Дело в том, что за одну ночь у меня опал весь роголистник. Почему это произошло, я до сих пор в недоумении, но выловить весь роголистник, все опавшие его, так сказать, листочки из аквариума, это, как говорится, с очком махать, не перемахать. Как вы можете видеть, остался стебель и небольшие почечки, а корни всех остальных растений усеяны листочками роголистника. Что ж, будем пытаться его весь выловить. На дне он оказался не сразу. То есть сначала он облез, он был такой плотной шапкой на поверхности воды, и я себя кляну за то, что я не схватила сачок и не выловила весь роголистник сразу. А теперь приходится разбираться с тем, то, что есть. Хочу отметить, что несмотря на то, что он облез за одну ночь, никакие другие растения не пострадали. Я не буду вас утомлять, как долго я махала сачком, поэтому быстрая перемоточка для вашего удовольствия. И все это время я думаю только об одном. Как? Из-за чего? Почему? Роголистник облез, как это предотвратить в будущем и восстановится ли роголистник из того, то, что осталось. Если вы знаете, пишите комментарии, я буду очень благодарна. А также, если вы знаете какой-то способ, который позволит быстрее и качественнее убрать листья роголистника из аквариума, то обязательно тоже напишите. Естественно, часть осела на губке, поэтому промываем ее в той воде, которую слили с этого аквариума. И судя по тому, как темнеет вода, все-таки губка, которую я сделала из обычной машинной губки, вполне справляется со своим назначением. Возвращаем свет на место, запускаем фильтр. Смотрим, как печально смотрится пучок роголистника и надеемся, что за пару подмен я все-таки все листочки эти уберу. А вот так аквариум смотрится спустя пару часов после подмены. Водичка вроде отфильтровалась, все чистенько, а вот роголистник жалко. Спасибо вам за просмотр и пока-пока!